Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня покажу вам обзор своего очередного заказа продукта французской косметической марки Dr. Pierre Rico. Если кто-то не знает еще, то эта компания выпускает замечательные средства по уходу за кожей лица. Особенно хороши их антивозрастные средства уходовые. Вот, и тогда давайте приступим к обзору. Покажу вам, что я заказала. Как обычно, я повелась в очередной раз на подарки. Но об этом попозже. В общем, давайте покажу сначала, что я заказала, что я купила. Первое. Заказала я вот такие вот миниатюрки туалетной воды. Первая туалетная вода называется Гандали или Гандали, извините, если произношу неправильно. А вторая водичка называется вот так вот, Сиам Фламбоянт. Так, давайте расскажу поподробнее о каждой из них. Объем такой туалетной водички, флакончика каждого 7,5 мл. На самом деле я думала, что будет побольше, но 7,5. Вот, и вторая водичка выглядит вот таким вот образом. Здесь нет ни распылителя, ничего, просто вот так вот, как духи, в общем. И стоимость такой водички 390 рублей, вот каждая миниатюрка стоит. Итак, давайте сначала расскажу вам о водички Сиам Фламбоянт. Я уже сделала себе распечатку с сайта, чтобы вам рассказать поподробнее. Итак, это восточная туалетная вода, рождающая мысли о теплом климате и сладости жизни в королевстве Сиам. Верхние ноты мандарины и белого перца погружают в яркий мир цитрусовой свежести. Ноты сердца обволакивают изысканным ароматом флёр-д'оранжа и маслянистыми тонами цветов плюмерии. Плюмерия – это франджипани, они же. Нижние ноты нежного пудрового аромата сиамского бензоина сменяются чувственным шлейфом бурбонской ванили. Итак, по ноткам. Верхние ноты – мандарин, белый перец, ноты сердца, флёр-д'оранж, цветки плюмерии и нижние ноты, бурбонская ваниль и сиамский бензоин. Скажу, что мне водичка очень понравилась. Я бы с удовольствием именно вот эту вот воду еще хотела бы полную версию. Очень хорошая. Я люблю такие вот сладкие ароматы. И теперь расскажу вам про вот эту вот водичку. Аромат цветов сверкающий и чувственный, туалетная вода, созданная женщиной-парфюмером, вдохновленный образом индийских женщин, способных опьянить всякого своими танцами и изысканностью ярких сари. Туалетная вода Гандали обладает необыкновенной силой обольщения, ведь в каждой из нас живет принцесса. Сочетание сочных фруктов и ягод, маракуйи, граната, малины, цветочные ноты в самом сердце – аромат разных сортов жасмина. Цветы, используемые для аромата, это плод тесного сотрудничества и справедливой торговли с жителями деревень Индии в окрестностях города Коимбатур. Итак, верхние ноты этого аромата – гранат, малина, плод маракуйи. Основные ноты – жасмин индийский, жасмин крупноцветный, роза, ландыш, и нижние ноты – сандал, индийские пачули и ваниль. Вот. Вот такие вот ароматы. Оба мне в целом понравились. Я очень довольна. И дальше. Что я заказала еще? Заказала я косметику. Как я уже вам говорила, что в основном я уходовые средства покупала для тела, для лица, но вот как-то вот косметики именно, да, вот этой марки у меня было не так вот и много, чтобы. Ну, в общем, чтобы добить тоже до суммы заказа, я решила приобрести еще себе вот такие вот тени. Выглядят они вот так, вот, вот такая вот коробочка. Здесь 2 грамма.
И вот так вот они выглядят. Я уже ими пользуюсь. Сегодня у меня макияж с этими тенями выполнен. На базу от Faberlic. Я уже в этих тенях хожу 11 часов сегодня. То есть с ними ничего не случилось. В общем, я довольна. Мне они очень нравятся. Хорошо наносятся. Так, стоимость теней. Так, тени игристая шампанское. Стоимость 750 рублей. Я их приобрела со скидкой в 50%. У них была акция как раз. Я их приобрела за 375. Вот еще раз покажу. Видите, при дневном свете сейчас очень хорошая цветопередача. Очень хорошо видно. И сейчас давайте сделаем свотч. Вот так вот набирается на пальчик. И вот так вот они выглядят на руке. Очень красивые, такие естественные, хорошо освежают взгляд. И, ну вот, вот видите, хорошо очень растушевываются. И были они вот в такой вот коробочке. Следующая моя покупка, тоже из декоративной косметики, это губная помада. Губная помада пришла вот в такой коробочке. Одна губная помада у меня уже есть от доктор Пьер Рико. Я получила ее со своим прошлым заказом в подарок. Если вы не видели мой прошлый обзор, то переходите по ссылочке, смотрите. И на этот раз я заказала помаду в оттенке искушающий красный. Вот так вот он выглядит. Замечательная помада, очень хорошая текстура, прекрасный аромат. Мне она очень-очень понравилась, действительно хорошая. Аромат, правда, вот именно так вот, как должна пахнуть хорошая, дорогая губная помада. Так, и по стоимости, обычная цена этой помады 830 рублей, но я ее приобрела за 415. Сейчас давайте сделаю свотч. Вот смотрите, это в пару касаний. Она такая как бы легкая. И сейчас покажу вам более насыщенно. Вот так вот. Очень красиво и дает тоже такой влажный глянец губам. Фото сводчи я уже сделала. Выложила в свой альбом в Google+. Переходите, смотрите. Ссылочка на мой Google+, всегда находится под моими видео в описании внизу в инфобоксе. Разворачивайте, переходите и смотрите. И последнее, что я вам покажу, это то, что я получила от компании в подарок за свой заказ. Очень долго я гонялась за этой туалетной водой, а это именно туалетная вода, вернее даже парфюмерная вода. Называется она Folie Rouge. Создана она, как и все парфюмы от доктор Пьер Рико, французской женщиной-парфюмером. Обычная стоимость этого парфюма 2950 рублей. Здесь вот можно на коробочке видеть, что вот Made in France. Вот здесь объем 50 миллилитров. Вот она была в слюде. Пришла людей вот в такой коробочке, и внутри вот такой вот потрясающий красивый квадратной формы флакон. Здесь распылитель. На самом деле флакон кажется такой небольшой, но здесь действительно 50 миллилитров. Почему я хотела именно эту воду? По описанию, по пирамиде, она меня привлекла. Я стала на многих сайтах читать отзывы. И отзывы, так же, как и на официальном сайте у доктор Пьер Рико, были неоднозначные насчет нее. Кому-то она очень нравилась, кому-то нет. Но она меня именно этим привлекла и заинтересовала, потому что я не могла себе представить такого аромата. И давайте сейчас я вам прочитаю описание, чтобы вы поняли, о чем идет речь, почему она меня так заинтересовала. Итак, парфюмерная вода Folie Rouge. Folie Rouge с французского переводится как «красная страсть».
Это пудрово-цветочная парфюмерная композиция, в сердце которой трепещут оригинальные ноты. Рисовая пудра, мягкая и обволакивающая, она словно возрождает безудержную атмосферу парижских кабаре 20-х годов. Тонкий аккорд липстик губной помады, настоящий лоск и провокация. Красные нотки малины и розы делают этот аромат еще более дерзким и головокружительным. Итак, какая пирамида у этого аромата? Верхние ноты – бергамот, красный тимьян, ноты сердца – рисовая пудра, тонкий аккорд липстик, горький апельсин и базовые ноты – бобы тонко, пачули и белый мускус. Что могу сказать? Как по мне, этот аромат приятен. Конечно же, этот аромат не на каждый день. Я не скажу, что этот аромат подойдет, например, совсем молоденьким 20-летним девушкам. Но, в принципе, для любительниц вот таких ароматов, ноты которых я вот сейчас перечислила, в принципе, в целом, может быть и да. Конечно же, этот аромат не на каждый день, этот аромат не на жару, я думаю, ни в коем случае. И, как я уже сказала... Не вам говорила маме, что я бы, например, одела вот такой аромат в театр. То есть я даже больше не кабаре представляю, а, например, какую-нибудь даму, шляпка, вуаль и вот театр, что-то такое. В общем, какой-то вечерний выход такой вот серьезный. В общем, аромат в целом понравился. Я довольна очень, что наконец-то я его заполучила. Вот и в завершение... Этого видео покажу вам то, что мне вложили с моим заказом. Это предложение знакомства для тех, кто еще не зарегистрирован в компании. И за первый заказ вот компания Pierre Rico дарит подарок. Значит, можно получить в подарок вот такой вот крем. Называется крем «Архитектор». Антивозрастной архитектор молодости. 3 в 1. Обычная цена этого крема 2500 рублей. Вот. Или можно получить новинку. Вот такую вот парфюмерную воду Odelis. Здесь, видите, 2 бланка заказа. С одной стороны и со второй стороны. Нужно сделать по этому предложению заказ на сумму не менее 1000 рублей. И вам в подарок придет либо крем, либо парфюмерная вода. О парфюмерной воде, что можно сказать? Восхитительная композиция с утонченными сладкими нотами воплотила фривольную и изысканную атмосферу эпохи Марии Антуанетты. Аромат раскрывается искушающими нотами вишни, утопающими в аккордах жасмина и розы. Лакомое прикосновение ноток пролины и ванили окутает вас шлейфом нежного аромата. 50 мл. Ценность этой воды 2900 рублей. В описании под видео также, мало того, что я описала все парфюмы, которые я сегодня показала, все нотки, и также я написала номера бланков заказов, и что нужно сделать, чтобы получить такие подарки. Вот. Ну, в общем, и все. Все, что я вам хотела показать, сегодня я показала. Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь. Обязательно пишите, задавайте в комментариях их под видео. Также ставьте лайки, если вам видео понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Подписка бесплатная. Пока-пока, до новых встреч!